Привет, друзья! С вами Светлана Дианова, и я рада приветствовать вас на своем канале Белль, посвященном проекту «Ляви и Белль» или «Жизнь прекрасна». Антон! Да. Ваше Величество, Антон, представьтесь, пожалуйста. Царь, просто царь. Сегодня воскресенье, 17 ноября, и сегодня у меня не совсем обычный репортаж об очень интересном мероприятии, которое сегодня состоялось в Московском доме журналистов на Никитском бульваре. И называется это мероприятие «Карнавальный форум». Этот мой репортаж продолжит рубрику «Женщина в искусстве», потому что пригласила меня на это мероприятие прекрасная, яркая, творческая и совершенно неутомимая женщина Ирина Гончарова. Ирочка! Да, здравствуй, дорогая! Ранее я уже делала несколько репортажей о ней. Если вы помните, в августе этого года по приглашению Ирины я посетила 17-ю международную специализированную выставку головных уборов, дизайнерской одежды и аксессуаров «Шапо-2019». Эта выставка проходила в Москве в гостином дворе. И это было совершенно фееричное и захватывающее мероприятие. И репортаж об этой выставке и показе коллекции можно посмотреть на моем канале. Ссылочку на это видео я оставлю в инфобоксе. Затем, ответным шагом, уже в сентябре, Ирина Гончарова посетила уже нашу выставку вышитых картин «Жизнь прекрасна», которая проходила на тот момент в культурном центре Рублева. И там у меня получилось снять, можно сказать, эксклюзивное интервью с Ириной, которое также можно посмотреть на моем канале, ссылочка будет в инфобоксе. Такое благоговение, эти работы, когда понимаешь, сколько энергии в каждой такой работе, это, конечно, вызывает уважение к труду просто вот буквально рукодельного человека. Преклоняюсь, молодцы. Спасибо большое, это слова дорогого стоят. Я назвала это интервью с Ириной «Женщина-праздник», потому что она невероятно позитивный и заряжающий всех своей энергией человек. А главное, это то, что она щедро делится этой своей энергией и задором со всеми, кто оказывается рядом. Она просто затягивает всех в эту невероятную совершенно позитивную энергию, энергетику. Она просто заряжает своим драйвом и заряжает жаждой жизни. С ней действительно чувствуешь, что жизнь прекрасна. А это как нельзя лучше согласуется с концептом нашего проекта. И вот сегодня, как я уже сказала, Ирина пригласила меня на карнавальный форум в Доме журналистов. Мне очень приятно было получить это приглашение, потому что на это мероприятие Ирина меня пригласила не просто в качестве гостя или друга, а в качестве блогера YouTube-канала «Жизнь прекрасна», чтобы, ну, наряду с другими приглашенными журналистами, я также осветила очень важное для Ирины событие, ну, и не только для нее, но и для всех, кого она успела вовлечь и закружить в феерии своих великолепных карнавалов. Итак, сегодня состоялась большая пресс-конференция для журналистов, где Ирина рассказала обо всех мероприятиях, которые проходили в содружестве с проектом «Народный карнавал» в текущем 2019 году. И также она анонсировала программу проекта «Народный карнавал» и вообще карнавальных мероприятий на следующий 2020 год. А планов, как выяснилось, просто громадью. И не только в Москве, но и вообще по всем городам и весям нашей необъятной Родины. Это очень здорово, потому что это значит, что впереди нас ждет еще много всего яркого, интересного, фееричного и увлекательного. И еще помимо пресс-конференции с подведением очередных итогов и анонсом событий, состоялось дефиле. Это совершенно потрясающий показ карнавальных коллекций 2019 года. Удивительно то, что в показах, которые организует Ирина Гончарова, участвуют народные модели. Это агентство 50+. А это, в общем, совершенно обычные женщины, каждая из которых, ну, со своей непростой судьбой, но при этом эти женщины решили воплотить свои, ну, не знаю, может быть, детские или юношеские мечты, создавая для себя сказку. Они захотели побыть
принцессами, королевами, дюймовочками, феями, да вообще примерит на себя любой образ, хоть бабы-яги. Им, наверное, немножечко поиграть, повеселиться, стать звездами подиума. Вот такой прекрасный шанс к осуществлению мечт дарит Ирина Гончарова всем, кто готов поверить мечтам и кто решил идти к ее осуществлению, ну, совершенно неважно в каком возрасте. Материальные ли мысли, спросите вы? Возможно, но хочу вам сказать, что проявление воли в осуществлении задуманного точно материально. И вот вам живой и вдохновляющий пример. Итак, смотрите мой репортаж с сегодняшней пресс-конференции и показа карнавальных коллекций. Надеюсь, вам будет интересно, и вы сами сможете хоть немного окунуться в атмосферу радости и праздника, чтобы сказать себе: «Да, жизнь действительно прекрасна и феерична, как карнавал». Организовался народный карнавал. Для того, чтобы развить карнавальное движение в России, поднять славу русских мастеров и дать возможность народным моделям 50+, реализовать весь свой потенциал. Сегодня я собрала здесь большинство площадок, на которых я делала свои показы, спектакли, театральные шоу, вечеринки. То есть по максимуму собрались люди, которые и знают друг друга. Это выставочная история «Модная лялька» из Киева, Юрий Шиманский. Это Оля Антрапе, центр войлочного рукоделия. Это Светлана Чепурнова, которая предоставила нам площадку «Московских национальностей». Огромное спасибо за фабрика проекта. Рядом с ней сидит Оля Лахина. Это выставка искусства «Куклы Крафт-базар». В Петербурге мы с ней дважды сделали кружевной бал и живые куклы. Она большая любительница собак, так что с ней мы еще сделали проект «Главный убор для собак», календарь, он у нее в руках, она тоже об этом будет говорить. И, конечно, нельзя забыть о грамм-текстиле Ани Поваркова, которая предоставила нам первый проект этого года «Карнавал Рос». Алексей Шавуров, это наш будущий спонсор, организатор площадки мирового карнавала в Сокольниках. Сегодня он в едином лице представляет наш проект «Мировой карнавал в Сокольниках» 5 сентября следующего года. Вот. И Инна Веникова, мастер сутажных украшений, это то, что на ней, на мне, с которой мы организовали конкурс «Сутажный Китай». Конкурс также представляет сегодня модель Оксана Оспищева, которая специально для этой презентации сделала вот этот вот роскошный китайский наряд. Мы это еще все обязательно покажем. Итак, презентация народного карнавала. Все 16 проектов, которые прошли с начала этого года по сегодняшний день. Внимание на экран! Я вас поздравляю, гран-при, конечно, но я не понимаю одного, зачем вы ее сделали и куда это носить. Я ему сказала, что сделала я это для радости, а носить на карнавал. На что он усомнился, какие карнавалы в России, ведь это же холодная страна. И я сказала, что нет карнавалов. Он говорит: нет карнавалов. Я говорю: ну, значит, буду. И он мне подарил смысл жизни, потому что 9 лет я билась ради короны, корона получила, смысл жизни закончился. А тут организовать карнавал в России, весь остаток жизни можно посвятить этой прекрасной задаче.
В общем-то, тогда я даже не подозревала, какой это сизифов труд, и как долго и часто мне придется убеждать людей в том, что эта мысль, русский карнавал, имеет право на жизнь. Просто буквально лбом. Но я бы никогда ничего не сделала, если бы в меня не поверили люди. И первый человек, который в меня поверил, это была Оля Антропе. Оля Антропе – это основатель центра войлочного сообщества и студия «Шкатулочка». Я ей предельно признательна. Я пришла к ней и сказала: «Оля, а давай сделаем карнавал у тебя в «Шкатулочке». Она сказала: «Да, конечно, давай». Она меня очень поддерживала. Параллельно я нашла потрясающих спонсоров «Вятских полян». Со своей коллекцией я стала ездить по городам и странам. И в одной из стран, Беларуси, в Гомеле, на телевидении, совершенно случайно, я встретила Олега Уварова. Это был представитель «Бога Метелица» из города «Вятские поляны». Они построили там дом шляп. Они организовали дом шляп и собрали 500 головных уборов. Единственный дом-музей шляп в России. И он сказал: «Приезжай ко мне и делай свой карнавал у меня». Я была в том, говорит, а я тот, о ком мечтают все люди. Я спонсор. Он вложил 2 миллиона, ребята. Это на сегодняшний день самый большой день, который были вложены в мою идею. И мы через год, в 2017 году, сделали карнавал цвета. На нем присутствовали 26 мастеров со всей России. 700 человек шло в карнавальном шествии. У нас был конкурс карнавальных образов. Фелтмейкеры, рукодельники, мастера самобытной России, сидя на кухне, ваяли шедевры. Это было просто что-то потрясающее, такой кредит доверия мне, Вятским полянам, Олегу. Ну, то есть мы вложились в это деньгами, силами, энергией, драйвом, всем на белом свете. Был просто оглушительный резонанс, оглушительный, вплоть до того, что наконец-то они получили президентский грант. И в будущем, в 2020 году, наконец-то Кировская область разорилась аж на 450 тысяч в поддержку карнавала «Виват кино». Презентация «Вятских полян». 8-9 августа 2020 года. Что я в чистом поле Василек. В Москве ни одного спонсора, желающего вложиться хоть рублем, в мои карнавалы не было. И тогда я пришла снова к Оле и сказала: «Оля, давай». Она говорит: «Давай, сделаем на Новый год какой-нибудь карнавал». И мы бросили эту информацию на Facebook. В общем, да здравствует интернет, потому что ровно через 20 минут Элина Федянцева. Элина, ну ты пошла именно в тот момент, когда я говорю о тебе. Прекрасно. Это идеолог и создатель бренда «Формула рукоделия». Знаменитая выставка самобытных мастеров, которая поддерживает. И, можно сказать, моя грозная матушка. Так вот, Элина через 20 минут после вброса информации «давайте сделаем карнавал» сказала: «Давайте сделаем это у меня на «Формуле рукоделия». Я говорю: «А вот мне вот бэкстейдж нужно будет. У меня 300 метров бэкстейджа, пол павильона под твое гнездо и под твоих народных моделей». За 2 часа мы собрали 88 человек в Фейсбуке, которые захотели участвовать в этом нашем первом новогоднем карнавале, карнавал в Сокольниках, в рамках вот этой вот выставки «Формула рукоделия». И до, и после, то есть вот через месяц, ровно 14 декабря, мы повторяем эту историю. Буратино шоу у нас будет на выставке «Формула рукоделия». То есть я снова и снова возвращаюсь к тем друзьям, которые представляют мне свои площадки. И делаю свои проекты уже традиционно. Так, в Петербурге в этом году мы второй раз сделали на выставке «Крафт-базар», организатор Оля Лахина, кружевной бал. В прошлом году это были бал «Живые куклы». Опять-таки от 60 до 80 людей из Петербурга, России, Перми, Ростова-на-Дону. Просто буквально, в смысле, все, кто меня читает, все со мной веселятся. Приезжают на этот бал, и в роскошном доме императорском, доме художника в Петербурге, двухуровневая площадка с паркетом, мы устраиваем потрясающий бал. Затем Юра Шуманский. Я, конечно, я когда он приходит, я спокойна. Это человек, который амулет моей жизни. Вот он есть, и он специально приехал из Киева на 2 часа, специально на мою пресс-конференцию. Оцените, ребята, Украина с нами. Юрочка просто мне написала: «Welcome, Ира, welcome, любовь,
привози русских мастеров, привози наших собери, я тебе буду очень благодарен. Мы собрали беседу украинских мастеров, меня поддержала очень Таня Шахматова, и мы с ней вдвоем собрали опять-таки 26 человек. В прошлом году был проект «Арт Королева», в этом году был совершенно потрясающий проект «Моя прекрасная леди». И настолько был огромный резонанс, что не успел закончиться конкурс, все 26 мастеров мне написали, когда следующее, что следующее, мы вынуждены были тут же бросить тему следующего карнавала, следующий карнавал киевский на осеннюю ляльку, Версаль и эко-наряд. Вот Оля будет близка эта тема, она тоже любит эти все вторсырье, эко-наряд, собаки, все туда. Оля, приглашаем в Киев на этот конкурс в качестве члена жюри. Вот, у нас такая дружба безумная совершенно. Я и всех умудрилась собрать еще и в детских полянах. На первый карнавал была и Оля Антропе, которая уже нам машет рукой, потому что она бежит по своим войлочным делам. И это прекрасно. Олечка, огромное спасибо, что все привезли. Да, да. Вот, и Юра Шуманский всегда поддерживает меня и приезжает ко мне на все мои карнавалы, за что я ему отдельно признательна. Здесь сейчас отсутствует Игорь Шевченко. Это имя, которое красной строкой перешло через все мои карнавалы. Потому что победа Шапо – это, конечно же, выставка главных уборов Шапо. В 2016 году, получив свою корону гран-при, я пробивала просто буквально грудью номинацию «Кураж». «Кураж», «Эпатаж», «Народный», потому что эта площадка была для дизайнеров, для профессиональных дизайнеров, имеющих академическое образование. А мне хотелось показать потенциал, и до сих пор хочется, наших самобытных мастеров, показать, на что они способны в тиши своих кухонь. А потому я так хорошо знаю их амбиции, что я и сама такой рукодельный мастер была 20 лет. Свое образование академическое, художественное, я получила в 40. А до этого у меня за плечами было ПТУ и техникум. Я мастер производственного обучения по обучению шитью и портниха для легкого женского платья. Мое первое образование. Потом у меня было рождение троих детей и отсидка дома. И работа в театре. И только в 2006 году, когда я стала работать у Петросяна Евгения Вагановича, я поняла, что без бумажки ты какашка, и тебе будут платить 20 рублей, пока ты мастер. А вот когда ты профессиональный дизайнер, тебе сразу повышается зарплата до 50 тысяч. И поэтому вот Евгений Вагаш мне сказал, Ира, пойди получи образование, и я тебе буду платить хорошие деньги. И я поступила в Международную славянскую академию. А так как там нужно было положить портфолио, я положила все свои 18 спектаклей, которые сделала за эти 20 лет работы в театрах. У Виктюка, Луны, театре киноактера, Шалом, на Перовской. То есть я работала в бытовом договоре в разных театрах. И меня сразу взяли на второй курс, потому что было понятно, что у меня есть профессия в руках. И учиться в 40 лет безумно интересно, потому что это художественное образование, которого так не хватает. Ты осознанно учишься, ты получаешь такие знания, которых тебе не хватало. Колористика, живопись, рисунок, скульптура. Я была просто безумно. 4 года моего абсолютного счастья. Сейчас вот тоже хочу поступить в текстильный институт на отделение декорирования тканей, потому что это тоже безумно модно, интересно и креативно. Короче говоря, вся эта история, естественно и логично, закончилась тем, что я в какой-то момент поняла, что я хочу заниматься карнавалом. Я вообще каждый свой день рождения одевала своих друзей в красивые шмотки, и мы устраивали такой костюмированный праздник. Но это было один раз в году на 2 часа. А гулять хочется 365 дней в году, потому что за бортом серый ноябрь, потому что 9 месяцев зимы, потому что тяжелая судьба там, и болезни, и смерти близких. В результате мне как-то вот хотелось вырваться из этих вот жизненных обстоятельств. И когда я стала общаться с людьми, я вдруг поняла, что я совершенно не одна такая, что в моем клубе все. Есть очень много вдов, похоронивших своих мужей. Даже есть женщины, которые похоронили своих детей. Им очень тяжело находиться дома. Есть дикое количество людей, которые, выполнив всю социальную программу, они вырастили детей, построили карьеру, дом, развелись и снова вышли замуж. То есть они все сделали, а куда? И у них осталось еще 20 лет сознательной нормальной жизни, а энергии девать некуда. И вот тут возникает идея народного карнавала. Вы можете одеть красивое платье, вы можете сыграть любую роль от Мальвины до Снежной Королевы. Вы можете жить ощущением праздника, готовиться к нему, потому что подготовка праздника в 1000 раз интереснее, чем непосредственно сам праздник. Это я вам точно говорю. Когда я крашусь, я в большем драйве, чем когда я выхожу на площадку, потому что я представляю себе,
Вот этот момент ожидания праздника, представления праздника, это самое-самое дорогое. Короче говоря, я затравила на это дело не только организаторов площадок, но и народных моделей. Ну и, само собой, рукодельных мастеров. Вот эти два кита, на которых стоит мой народный карнавал. Сообщество народных моделей 50+, и сообщество рукодельных мастеров. Вот к нам присоединилась любимая Катя Ребежа. Катя, проходи сюда, садись. Это наша замечательная девушка, представляющая конкурс «Губернский стиль» из Воронежа, который также является нашим партнером. Ее к нам прислал Николай Сапелкин. Катя является президентом губернского стиля. Вот. И это еще один из партнеров, который, несмотря на то, что губернский стиль – это конкурс молодых дизайнеров, они открыли объятия самобытным мастерам и тоже нас к себе приняли. То есть вот я очень благодарна Коле, что он не стал, так сказать, морщить носик, а открыл двери, так же, как Игорь Шевченко. Открыл двери для самобытных мастеров. То есть с того момента, когда Игорь Шевченко вернулся на конкурс «Шапо», была открыта номинация «Эпатаж и народный международный». И с этого момента у нас была просто асфальтированная дорога для реализации всех наших мечт. Было сделано 2 года конкурс, собирал по 20 мастеров, и мы делали вот те шикарные коллекции, которые мы увидим после этой презентации. Итак, были организованы 2 огромные команды – «Содружество мастеров» и «Содружество народной модели 50+.» И вот, поженив эти 2 истории, я вышла на союз, который меня поддерживает. Когда я заболеваю, когда у меня нет сил, когда там за бортом какая-то серая ноябрьская история, достаточно 1 письма. «Ира, я хочу быть Мальвиной», пишет 70-летняя леди, которой не дали сыграть Мальвину в 5-летнем возрасте. И я понимаю, что я должна жить дальше, потому что вот эта дама должна сыграть Мальвину на Буратино шоу. Вот, то есть вы понимаете, что эти люди стали подогревать меня больше, чем я их подогреваю. То есть, вложив в них все, я получила обратную связь, и это дороже денег. Про деньги. Их нет. Весь проект абсолютно делается исключительно на собирании оргвзносов на нашего любимого фотографа Бабушкина или Высоколова и на видеооператора, если таковой есть. Мы крайне редко арендуем площадку. Вот это, по-моему, первый раз, когда мы реально за деньги арендуем площадку. Во всех остальных случаях она представлялась нам бесплатно. Московский дом национальности, Светлана Чепурнова, Оля Лахина, Юра Шуманский, губернский стиль, Оля Поваркова. Все эти площадки, грантисты, формула рукоделия Елена Федянцева, они все предоставляли нам площадку бесплатно. То есть мы устраивали движуху, нам предоставлялась сцена. И я очень благодарна. Если бы не это обстоятельство, денег бы это все оплатить, у нас бы просто не было. Поэтому я была так рада, когда сокольники нам разрешили сделать шляпный парад за сравнительно небольшие деньги. Благодаря личным связям Игоря Шевченко у нас случилась вишенка на торте. В результате вот этих 34 огромных проектов, сделанных за эти 3 года, самое большое мероприятие случилось в этом году, 7 сентября, на День города. У нас произошел шляпный парад на Шапо. Мы собрали 542 человека. Для примера, все мои в среднем мероприятия проходили от 20 до 200. 542 – это просто наш личный рекорд. Я хочу замахнуться и на следующий год, 5 сентября, на мировой карнавал. Алексей Шабуров, директор выставочного комплекса «Сокольники», обещает отрекламировать это дело настолько, чтобы мы собрали 1000 человек на наш мировой карнавал. Я решила, что шляпный сегмент – это узкая история, и хочу взять это широко. Я хочу привлечь тех мастеров, которые ни при каких обстоятельствах не появлялись на моих карнавалах. Это мастера украшений. И ради этого я скарифанилась со своей подругой, которую зовут Веникова Инна. Она потрясающий мастер сутажных украшений. Все, что на ней и на мне, это ее работа. И предложила ей собрать всех ее сподвижников и сделать проект «Сутажный Китай». Почему именно Китай? Да потому что директор выставочного комплекса «Сокольников», помимо всего прочего, является основателем музея традиционной китайской живописи и каллиграфии. И фокусировка на этом музее ему, естественно, интересна. А нам интересна эта как тема. Не успела я это все придумать, как моя подруга, владелица магазина «Шелковая губка», куда я вчера приехала с тайной надеждой купить какое-то дорогое платье, материал, подарила мне вот такую
потрясающую, вручную сделанную вещь в качестве призового фонда. Так, на секунду. Вот, так что, вот видите, пазлы складываются, Вселенная работает на нас. Я хочу положить сверху этого частного музея России сетку наших карнавальных поездок на карнавалы в разных частях России. Мы были в этом году в Козьмодемьянске на Бендериаде, где музей Мореного дома. Мы собираемся ехать в Ригу, где также есть музей шляп. Мы можем поехать в Горно-Алтайск, где тоже есть три каких-то сумасшедших музеев. Ярославская область, село Вятск, если кто-то слышал или не слышал, Олег Жаров 25 лет назад поселился в этом селе и решил изменить среду сельскую. То есть как можно изменить людей? 1000 человек проживает. За 25 лет открыто 12 музеев. Раз в год проходит конкурс. Я приезжаю к нему на день рождения его села. 40 тысяч посетителей. Наверху, как он построил концертный зал, находится мэр самого красивого города села до 10 тысяч Франции. Самого красивого города, ассоциация есть такая, малых городов Европы, Италия. На помостах поют артисты Ла Скала. Мальчишки, значит, в майках мускают семечки. Я такое ощущение, что попал в сюрреализм какой-то. Вот. Наберите ради интереса село Вятское, то есть это все выскочит. Карнавал надо проводить там, конечно, и поделать. Туда тоже. Да, но я к тому, что можно найти синергетику среди людей, которые, понимаете, не заточены на извлечение прибыли, а заточены вот на этот драйв, вот, понимаете, вот. И, ну, мне ничего не стоит предоставить, например, там площадку для того, чтобы мы как-то могли вместе совершить чудо на этой площадке. Я сам засучу рукава и буду как-то использовать те рычаги, которые мне подвластны в плане привлечения информационных каких-то порталов, привлечения как бы специалистов по пиару, которые на меня работают. Ну вот то, что могу сделать искренне. И вот, за что я отдельно признательна. Да, ну и своих всех женщин нарежу, конечно. Все потому что там много у нас кто в клубе супер. Это речь идет о мировом карнавале 5 сентября в Сокольниках. Приглашаю всех. А ради этого карнавала устраиваются конкурсы, шоу, вечеринки, показы. И одним из таких первых показов 9 февраля будет показ на выставке «Гранд Текстиль». А еще у нас есть представитель города Вологда, который, как известно, славна своими кружевами. И тут вот ни много ни мало человек пошел в департамент и сказал: «Хочу в нашем городе сделать карнавал». В департаменте слегка обалдели и сказали: «Откуда такая наглая самоуверенность?» Она говорит: «В Москве уже делают». Она говорит: «Ну пригласите человека из Москвы, мы поговорим». Юлия Комарова позвонила мне и сказала: «Ира, приезжай и убеди мой департамент культуры в том, что мы имеем право в Вологде на карнавал». Я приехала, мы поговорили. И 27 июня мы делаем карнавал в Вологде. Да, приглашаю всех в Вологду. Это июнь месяц, 27 число 2020 года, на кружевной карнавал. Ура! Неоднократно! И вот так элегантно из города Вологды мы перемещаемся в город Воронеж. Катя Ребежа. 22-24 мая, губернский стиль. Фестиваль молодых дизайнеров и самопроизводительный проект 15 лет в Риге проходит день рождения Шерлока Холмса. Он проходил в первое воскресенье января. А потом они поняли, что молодой был очень тяжело, и перенесли это на лето. И вот первый раз это мероприятие проходило 19 июля этого года. Безумно смешная история. Я сшила костюм Шерлока Холмса, я сшила себе потрясающий костюм миссис Хадсон. Мы купили билеты с Игорем Шевченко, и вот в таких шикарных нарядах прилетели в аэропорт. Сначала Игоря Шевченко завернули, потому что у него не было визы. Он не знал, что Рига является страной Шенгена, и надо делать визу. А потом раскрыли мой паспорт, и выяснилось, что действие моего паспорта не 3 месяца, а 2 месяца и 15 дней. Мне не хватило 3 дней до срока действия. Латвия очень жестко в этих условиях. То есть из Москвы бы меня выпустили, а в Латвию бы не пустили. Я не хотела летать туда-сюда. И, будучи человеком солидарным, вместе с Игорем пошла пить компот в местный аэропортский кафе. Сидим, он был раздавлен. По-моему, это первый раз в жизни, когда его вот так вот обломали. Он уже в Риге гулял, понимаете? Он уже репетировал речь Шерлока Холмса. А тут такой обломись.
И я, поняв, что мужик просто вот совершенно в ужасном состоянии, я говорю: так, быстро одевай костюм Шерлока Холмса, я сейчас одену Хадсона, сейчас мы с тобой вдвоем порвем все Внуково на тряпки. Мы оделись. И вот так насквозь весь аэропорт, боже, с нами все фотографировались, с нами все пытались чего-то такое, селфи и так далее. Через полчаса Шевченко было не узнать. Это был абсолютно счастливый, довольный мужчина, который получил все, чего он не получил в Риге. Потом мы все это дело прислали в фотографиях Наде, которая в этот момент стояла в аэропорту и ждала нас со словами: «Надя, прости, у нас нет визы и паспорта, мы к тебе не приедем, но мы мысленно с тобой». Я не представляю, что чувствовала в этот момент Надя, потому что как организатор я понимаю, когда два хедлайнера из России, из Москвы, которые должны быть председателем жюри, не приезжают, это может быть просто вот, это катастрофа. Вот, но отдают вот балтийская сдержанность. Да, конечно. Поэтому я понимаю, почему она поехала в Самару в Вене и не приехала ко мне сегодня. Но тем не менее прислала презентацию. Итак, день рождения Шерлока Холмса. Надеюсь, на следующий год сделаем паспорт и визу. Карнавал. Главное, что у людей есть возможность как-то интересно тематически одеться и поиграть. Поиграть в кино, поиграть в мультяшки, поиграть в карнавал, выйти в другую сказочную реальность. Ну вот, собственно говоря, подошла к концу наша пресс-конференция. Чему был посвящен сегодняшний наш форум? Я хотела просто рассказать о том, что мы существуем, что мы 3 года карнавалим. И, в принципе, такое понятие, как русский карнавал, оно уже имеет право на существование. Вот такое ярмарочное, махровое, балаганное, которое зиждется на одном сплошном энтузиазме. И я надеюсь, что эта история будет жить и дальше, потому что она чистая. Вот просто вот 100-процентный продукт сказки, в который нам всем хочется погрузиться. И это дает невероятный толчок для развития именно мастеров рукодельных. Я больше скажу, мастера рукодельные начинают обучать народных моделей, и мы растим себе мастеров из среды народных моделей. То есть то, чего я вообще изначально не задумывала, вдруг оказалось, что я теперь, у меня движущая сила – это народная модель, больше, чем мастера. Мастера есть, нет, идут зарабатывать, там некоторые уходят, кто-то приходит, возвращается. А народная модель всегда со мной. Это первые люди, которые записываются. Я не успею сказать киновечеринка, они уже записываются. Я написала мультшоу, уже 4 Чаполина. То есть здесь такая фантастическая обратная связь, что как бы грех это дело, так сказать, останавливать. Скажу больше, 2 недели назад я просто реально пластом лежала, потому что у меня жутко схватило спину. Но знаю, что через 2 недели у меня карнавал, я просто вот как-то собралась со своей силы, меня поддержала куча друзей, и вот стою я перед вами, простая русская баба, практически здоровая. Вот, и я безумно совершенно счастлива, что Бог дает мне вот этот вот потенциал все это тащить. У меня колоссальная поддержка. Я еще раз хочу назвать имена людей, которые всегда со мной. Оля Лахина, искусство. Реша, Ирина Пьянцева, форма рукоделия. Ребят, Буратино шоу 14 декабря. Приглашаю всех на фестиваль. У нее в руках флайеры, она всем журналистам правда. Желающие получить пригласительный билет на зимние выставки, пожалуйста, в Сокольниках. Мы ждем с 12 по 13 декабря. Формула рукоделия, выставка рукоделия. Юра Шуманский, Киев. Все, кто не в миротворце, приезжайте к нам на модную ляльку. Конкурс «Версаль. Эко-наряд». Воронеж, 22-24 мая. Губернский стиль. Лифт. Конкурсный день, когда мы там сидим в жюри. 23 число. Мы тоже тебе придумаем подарок. Не обещаю портрет, но... А вот, Сутажный Китай, Алексей Шабуров, Инна Веникова. Покажи, пожалуйста, красивый китайский наряд. Вот такой наряд изобрела Света Оспищева. Это наш знаменитый мастер. Между прочим, Света сделала для меня такую шляпу, благодаря которой в Барселоне в этом году, 29 апреля, я была лучшей звездой местного шляпного парада. То есть мы приехали туда просто поучаствовать.
А я была в настолько в эффектном костюме, на мне была эта шляпа, вот этот пиджак, который она расписала. Это все мастер Света Оспищева. Сейчас она находится в Турции на законном отдыхе. Молодая мама, трое детей. И вот она нас сегодня выставила своими представителями. То есть я представляю работу Светланы Оспищевой, которая была на барселонском шляпном параде. Ну, представляла вариант королевы гран-при конкурса «Шапо». И работа китайская, специально сделана в поддержку нашего проекта «Сутажный Китай». Сейчас, чтобы подогреть, так сказать, всю историю, которую вам рассказали, соловья пластика не кормят, у нас 10-минутный перерыв. Мы разметаем этот стол, построим здесь подиум. Далее для вас мы начинаем сейчас наш карнавальный показ. We'll be right back.
представляет коллекцию, которая получила первое место на фестивале шляп вязких полянок, шипы и розы. Испанская тема. Который слушает все. Мои восторги, мои горе, мои слезы, мое все. Короче, это человек, вот мое альтер-эго. Даша Шумова. Ирина Суханова, 31 июля.
зовут, но это совокупный показ одиночных образов народных моделей. Еще не самобытные мастера, но уже не модели. Дизайн. Thank you.
всем, кто сегодня меня поддержал, потому что это проект, которому я подарила свою душу на 3 года и надеюсь на всю оставшуюся жизнь. До новых встреч! Мои друзья, кстати, которые в этом году... Коллекция Ирины Гончаровой. Коллекция Ирины Гончаровой. Коллекция Ирины Гончаровой. Танец Бета, студия танцев Ирины Мотовой. Андрей Кузнецов. Мои друзья, которые целый год поддерживали меня в бендеровском проекте. Съездили со мной на бал Бендера. Провели со мной бал Бендера. Козьма Демьянский порвали на тряпке все и вся. И в дальнейшем собираются со мной танцевать дальше. А сейчас... Но сейчас вы вдвоем станете. Я вам не нужна, мадам. В принципе, я поставлю в сторону. Профессионалов не надо. Танец Бендова. Вот так сегодня зажигали на подиуме народные модели агентства 50+. И сама Ирина сегодня была просто звезда. И на пресс-конференции, и на показе коллекций. А ее собственная коллекция вообще сражает на повал многообразием образов и великолепным творческим воплощением. А в самом конце показа меня растрогал просто до слез момент, когда на подиум вышла сестра Ирины в прекрасном костюме, созданном Ириной, а затем они обменялись шляпами. Это был очень теплый и очень трогательный момент. Ну, в общем, вот такой получился у меня сегодня репортаж. И я очень рада, что так же, как Ирина Гончарова нашла своих единомышленников, соратников, партнеров, спонсоров, готовых поддержать ее усилия, участницы нашего проекта «Жизнь прекрасна», объединенные общими интересами, а также зрители, которые приходят на наши выставки вышитых картин, ну или просто смотрят мои видео с рассказами о проекте, также заражают друг друга позитивом и желанием творить. И это настроение передается, и эти волны захватывают все больше новых и увлеченных людей. И, как говорил Олег Табаков, что бы мы ни говорили, но задача всякого искусства – это внушить людям, что жить все-таки стоит. И я очень согласна с этим утверждением. Думаю, и Ирина Гончарова тоже с этим утверждением согласится. Ведь мы сами обустраиваем свой мир и делаем так, чтобы нам было в нем хорошо, и другим было в нем хорошо и прекрасно. Спасибо большое, наша милая сказочница и волшебница Иринушка Гончарова. А с вами была Светлана Дианова на канале Бель, посвященном проекту «La vie est belle» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч!